звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку пас, сильней удар. Сильней удар. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем мы, как в старь, в сражениях золото и кубки добывало. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее отдай на клюшку пас, сильней удар. Сильней удар. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных. Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи, а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мячи. Вот судья противнику пенальти назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят, хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят. Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. Обернулся, слышу голос из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками? Ну а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова. Ну вот опять, все б ловить тебе хватать, не дал снять. Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь. Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот летит девятый номер с пушечным ударом. Репортер бормочет: слушай, дай ему забить. Я бы всю семью твою, всю жизнь снимал за даром. Чуть не плачет парень, как мне быть? Ведь все-таки футбол, говорю, нож по сердцу каждый хол вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь, как ветка от напора репортера, неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат.
но он все ноет. Это ж друг бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись, потяни. Пятый номер 22 знаменит. Не бежит она едва семенит. В правый угол мяч звеня, значит, в левый от меня залетает и нахально лежит. В этом тайме мы играли против ветра, так что я не мог поделать ничего. Снимок дома у меня 2 на 3 метра, как свидетельство позора моего. Проклинаю миг, когда фотографу потрапил, ведь теперь я думаю, когда беру мячи, сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий. Стыд меня терзает, хоть кричи. Искуситель, змей, палач, как мне жить? Так и тянет каждый мяч пропустить. Я весь матч борюсь с собой, видно, жребий мой такой. Так спокойно подают угловой.